Ситуация с авиабилетами обострилась. В социальных сетях появилась информация, что улететь в Москву в середине лета можно будет только бизнес-классом. А это более 50 тысяч рублей. А из столицы в областном центре Колымы нет в наличии билетов с 10 августа до середины сентября. Как объясняют специалисты, связано это с порой отпусков. Магаданцы улетают в начале лета, возвращаются в конце. Однако решение имеется. Для какой-то попытки нормализовать ситуацию заблаговременно были приняты решения совместно с Аэрофлотом о введении дополнительных рейсов. В летнюю отпускную кампанию 2021 года у нас полеты осуществляются 9 рейсов в неделю, в среду и воскресенье по 2 рейса осуществляются. Однако, рассказывают эксперты, проблема в полном объеме не решилась. Этот вопрос взял под контроль губернатор Колымы Сергей Носов. Совместно с Аэрофлотом мы вырабатываем возможные решения и по нормализации вот этой ситуации с наличием авиабилетов.